Ом кі віює про найголовніше підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Чіткі цілі, задачі задачі дажними? Що ми хочемо? Що ми хочемо? Україна там денацифіціруємі. Це все хорошо. Ми Київ беремо или ні? ближайше время, совместно з союзними силами. Мы приступим к освобождению. Расскажите, как вы собираетесь оказаться в Киеве? Вот сейчас поэтапно. Киев как таковой, мы победили в первую неделю. Мы его, э, напомню, ну, просто мы в Гастомеле уже были, везде были, взяли. Победили в первые два-три, сколько там дней. Нам может нашим солдатам сказать, где, где должен висеть наш флаг? ли поставить четкую цель, чтобы да. все понимали. Чтобы все понимали, По что. Минимум, что мы хот... минимум в Берлине. Владимир Андрович, минимум. Я бы и в Вашингтоне бы хотел. Понимаете, поэтому ну, пора уже как-то, пора уже, пора, пора, уже давать четкие оценки. Ну что, ну что это такое? Да, это не повлияет поставки кассетных боеприпасов или ракет, не повлияет на исход СВО. Сформировано и завершила боевое слаживание Одесская бригада. Есть, потерпите, родные, мы уже идем. Да, не повлияет, но потери наши увеличат. Конечно. Понимаете? Да, не повлияет, но потери наши увеличат. Вам что, легче а то, что я пойду, меня там убьют? Вы абсолютно правильно сказали. в прошлой программе сказали о 25 тысячах человек, которые донатят на украинскую армию. Это что такое? Это что, блин, такое? Что мешает жить лучше без войны? Так мы не умеем. Если ты посмотришь, вся история России состоит из трех этапов. Первый это подготовка к войне, второй это сама война и третий это восстановление после войны. После восстановления что мы делаем? Правильно, мы готовимся к войне. Проверь. Вся история России состоит из этих трех этапов. Вопрос только длинный этап. Второй момент. Мы не можем позволить, чтобы наши соседи жили лучше, чем мы. Мы же империя. Мы должны быть самыми крутыми в окрестностях. А кто живет лучше нас, тот нам враг. Америка, например, прекрасный же враг, да? Когда она России не была врагом, ну, только когда Россия совсем в полную нищету скатилась, да, и ее приходилось подкармливать. Вот ну, тогда вот Америка на короткий период времени перестала быть врагом, а потом снова стала быть врагом. Почему? Потому что жестко лучше. Проблема с Украиной в чем? Они развивались. Значит, в 2014 году да, минимальный размер оплаты труда в Украине был ниже, чем в России. Ну, логично, да. Потому что, в общем, война, проблемы и так далее. В 2017 минимальный размер оплаты труда в Украине – догнал минимальный размер оплаты труда в России, а к 2020 году перегнал. Украина до войны показывала минимальный размер оплаты труда выше, чем в России, но при этом цены там были на четверть ниже. Родители моей женщины из Шибекина ездили в Харьков в шопинг туры Ну, разве может сайт такое позволить? Так что, что мешает жить лучше без войны? Мешает то, что мы империя. То, что мы существуем только пока угнетаем других. Это вот такая вот суровая реальность. Наша хлеб – это страдание других. Мы угнетаем собственные регионы. Ну, просто сравни, как живет Москва и как не живет, не знаю, там, та же самая Бурятия. Да? И разница там 200 лет. В Москве небоскребы, в Бурятии как вот в дырку. Это, это не шутка, это не мем. Там реально люди ходят в туалет, в яму, в земле. Что мешает? Жить лучше без войны. Мешает то, что мы империя. Россия будет прекрасным местом для жительства, как только она разделится на национальные государства. Как только Россия перестанет управляться одним безумным царем из его бункера. Но пока решение принимает царь в Москве, войны будут постоянными. И проблемы тоже. Пришли новости с Запорожского фронта, которые мы все с вами так долго ждали. По сообщениям как с российских, так и с украинских источников, вчера После массированной артиллерийской подготовки в лучших традициях классических военных операций украинские войска пошли на штурм российских позиций в районе вербова Работина. Коллаборационный оккупационный начальник в кавычках Запорожской области некий Владимир Рогов сообщил, Враг бросил в атаку большое количество бронетехники, а также несколько групп боевиков в количестве до четырех рот. По его словам, идут тяжелые и ожесточенные бои. Как сообщает русский канал РБК, назначенный недавно Москвой сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин подтвердил эту информацию, заявив «Поперли! Много!» Российское министерство обороны ситуацию не комментировало. А вот с украинской стороны я нашел такую информацию. Российские военкоры и прочая информационная мразь сообщают хором о серьезном обострении обстановки в районе рабочно вербова на Ореховский район Запорожское направление. Наша арта отработала по полной. Сейчас пошли штурмовики с броней помолитесь за пацанов на Запорожском. Они жестко и красиво ответили на поручение Путина остановить контрнаступ ЗСУ до октября. И эти новости затем подтвердил спикер восточной группы войск Илья Евлаш, который рассказал о наступлении под Бахмутом. Это в другой стороне, но также отвлекает внимание россиян. Там украинские бойцы имели успехи на четырех участках фронта в районе Зайцевой, Клещевки, Адрадивки и Ивановского. 17 единиц техники российской были ликвидированы. А также прошли сообщения из э, украинских источников. Например, согласно сообщению Генерального штаба ВСУ, Украинцы закрепляются на занятых рубежах, нанося противнику потери и изматывая его. По словам Штупуна, спикера запорожского направления, на Таврическом направлении противник ежедневно теряет от 6 до 10 артиллерийских систем, что вообще говоря очень круто, потому что у России и так артиллерийские позиции серьезно выбиты украинской контрбатарейной борьбой, и на Запорожском фронте возникли тяжелые проблемы с ведением ответного огня Просто подавляет российские позиции мощью и точностью своей артиллерии. И вот теперь мы видим, что вчера было 10 единиц артиллерийских систем уничтожено на ореховском направлении. Главное направление удара ВСУ между селами Вербова и Новопрокоповка, где украинские войска прорвали первые линии обороны линии Суровикина и теперь они идут вместе с бронетехникой, которую удалось таки подтянуть наконец через две недели после прорыва пехоты этой линии к боевым узловым точ точкам и там пошел штурм и штурм, судя по всему, успешный. Вот противник подтягивает резервы, потому что боится прорыва. Я верю, что скоро будут хорошие новости, заявил Штуп. Пункт. Украинские силы вошли в Вербовое, а также ведут бои на северных окраинах новопрокоповки, признают российские блогеры. Российские резервы, переброшенные на рабочинское направление, чтобы закрыть этот мощный прорыв, исчерпываются, истощаются, и уже не могут они держать такую ключевую позицию, как это село. Взятие которого открывает россиянам путь к бегству, а украинцам к победе, потому что они уже и вторую тогда линию из трех укрепленных позиций линии Суровикина преодолевают и дальше. Ну, за это время они там построили новые оборонительные рубежи. Но все-таки эти новые послабее будут, чем те, которые уже взяты украинскими войсками. В общем, друзья мои, впервые за последние три недели хорошие новости с запорожского направления. На этот раз все должно получиться. Украинская армия, как я всегда и считал, и считаю до сих пор, все еще имеет хорошие шансы выполнить задачу минимум, поставленную командованием на летнее-осеннее наступление. Выйти к Токмаку и перерезать железную дорогу идущую из Ростова, по которой идет снабжение запорожской группировки российских войск. Дальше откроются серьезные оперативные возможности по постепенному прорыву русского фронта и оттеснению ее к Перекопу и Чангару. Ну, в общем, там просто будет тяжело обороняться русским. Хотя бы одну эту линию нужно ликвидировать. А там смотрите-ка, шторм-шейду, а сейчас атаком. А может быть, они привезут не только с кассетными боеголовками, а с боевыми настоящими, мощными. И по Крымскому мосту. И вторую ветку сообщения перережут после этого жест доброй воли оставление Северной Таврии, уход за Перекоп будет практически неизбежным. В общем, эти шансы все еще есть. Они очень серьезны. Почему, собственно говоря, американцы и настаивают на продолжении наступления именно на южном направлении, даже после того, как генерал Милли говорит, ну, не достигнут украинцы там оперативных целей, которые были, ну, вот что поделаешь. Тем не менее, американские генералы считают, что на юге сохраняются хорошие шансы на успех украинских войск. Это важно. Надо побеждать, друзья мои, надо побеждать. И в ВСУ, по-моему, это понимают прекрасно. Поэтому продолжают свои усилия, и мы верим в их конечный успех. Ну, храни их Бог. Дай Бог удачи. Ребята, слава ЗСУ! сам украинский главком Залужный, вот же совпадение, встретился с военными США и Британии в секретном бункере. Речь в том числе про верховного главнокомандующего объединенными силами США в Европе генерала Кавули. Это, как говорится, для наглядности, чтобы было понятно, с кем мы воюем и кто руководит украинским наступлением. На кадрах из какого-то бандеровского схрона видно, что Натовским генералам украинцы втюхивают какие-то карты, а западники на них уж очень картинно глядят.